Я эту точилу, пожалуй, себе оставлю. Смотри. Йо, Аурелио! Выкинь их, они уже старые, залиты. А? Перебей вин и сделай чистый техпаспорт. Где вы ее взяли? Она здесь? Была. Я спрашиваю, где вы ее взяли? Какая нахрен разница? Ее угнал Йозеф Тарасов. Сын Виго. Да. Валите живо из моей мастерской, сейчас же! Ты что, совсем взбесился, Аурелио? Мы же твои хозяева! Что ты сейчас сказал? Что ты сказал мне? Мы твои хозяева. Ты мне не хозяин. Я работаю с твоим отцом, ясно? Что с владельцем тачки? Вы убили его? Нет. Вот его шавку я прикончил. Прикончили его шавку? Вот значит как. Прикончили его шавку и все. Это какое-то безумие. Глядите-ка. Отлично. Вы являетесь ко мне в мастерскую и суете пушку мне в лицо. Отлично, чувак. Давай, или грохни меня прямо сейчас, или убирайся нахрен из моей мастерской. Виго. Это не понравится. Откуда ты знаешь, что Вига нравится, а что нет? Я скажу вам то, что он точно поймет. Что-то ты совсем оборзел, старикан! Короче, будем уводить наш бизнес в другое место. Ну, что будешь делать? Мне нужна тачка.